Здравствуйте, уважаемые подписчики. В этом ролике я также постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о таком препарате, как тизанидин, также известен как сердолут. Это миорелаксант. И в этом ролике мы разберемся, чем он может быть полезен для нас и когда конкретно мы можем его использовать. Я расскажу о специфике, о особенностях, а также конкретно поделюсь уже определенно опытом назначения данного препарата. Это видео будет полезно тем, у кого есть проблемы с мышцами, мышечные спазмы, мышечно-тонический синдром. Также препарат используется в комплексной терапии остеохондроза, патологии заболеваний суставов. Также очень часто используется при перенапряжении, при неврозном тревожном состоянии, а также для нормализации засыпания. До начала огромная просьба, поставьте лайк этому ролику и поделитесь этим роликом в социальных сетях, так вы поможете развитию канала. Также подписывайтесь на канал в Телеграме, там очень много дополнительной информации, там я напрямую могу ответить на ваши вопросы. Поддержите канал, все необходимые ссылки есть в описании под видео. Начнем. Когда конкретно мы можем использовать тизанидин? Во-первых, это болезненный мышечный спазм. Тизанидин мы можем использовать, когда это мышечный спазм и это состояние связано с статическими или функциональными заболеваниями, например, позвоночника. Это показание остеохондроза, да, то есть дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Чаще всего это шейный, поясничный, но также может быть и грудной отдел позвоночника, и крестцово-копчиковый. И очень часто в такой комбинации назначается тизанидин вместе с нестероидными противовоспалительными, с группой витаминов В. И это действительно гораздо эффективнее, быстрее лечение. И за короткое время мы добиваемся лучшего результата. Тизанидин также может использоваться после хирургического вмешательства. Например, по поводу уже лечение именно грыжи межпозвонкового диска. Или это может быть лечение оперативное, послеоперативное, да, остеоартроза тазобедренных суставов. Очень часто из практики это препарат, который назначается особенно после эндопротезирования в специфике вот этих последствий. Также тизанидин может использоваться для облегчения спазмов при повышенном мышечном тонусе. Когда это самостоятельно мышечный тонус, то есть специфика, когда это не вызванный мышечный тонус, как вторичный процесс, а когда перетрудились, перенапрягали мышцы, где-то как-то вот перестарались, и в результате вы получили напряжение мышц, сформировались такие триггерные точки, триггерные зоны. И в целом, обращаю ваше внимание, 80% болевого синдрома – это именно мышечно-тонический синдром. Также это могут быть мышечные спазмы или повышенный мышечный тонус, вызванный рассеянным склерозом. Для тех, кто не знает, что такое рассеянный склероз, это заболевание, при котором нервы не функционируют должным образом. И пациенты могут испытывать слабость, онемение, потерю мышечной координации, проблемы со зрением, речью и контролем мочевого пузыря. Это тяжелое заболевание, которое развивается не всегда так быстро и молниеносно. И очень часто иногда мы не замечаем первые признаки и первую симптоматику. И очень важно и в этих случаях не заниматься самолечением. Также тизанидин может назначаться, когда это мышечный тонус, как следствие инсульта или травмы головного мозга. Или вследствие травмы спинного мозга. На что хочу также обратить ваше внимание. Тизанидин также может использоваться, помимо вот этих показаний, о которых я уже говорил, при нарушениях процессов засыпания, когда это где-то смена какая-то биоритмов, да, вы улетели в другой город, поменялись условия, поменялся климат, либо накануне был какой-то стресс, тревожное состояние, и вот как купирование вот этого невротического, да, тревожного синдрома, как раз-таки очень удобно и практично использовать тизанидин. Какие преимущества в этом случае будут? Во-первых, почему обращаю ваше внимание, в отличие от других препаратов, он не отпускается по рецепту. Это
свободно отпускаемый препарат, для этого нужна только рекомендация врача. Также не будет той огромной побочной реакции, побочных эффектов, как при антидепрессантах, транквилизаторах и других препаратах. Поэтому здесь будет огромное преимущество. Не будет зависимости, не будет синдрома отмены и других эффектов. Но это не означает, что вы должны заниматься самолечением. Что вы должны запомнить? Тизанидин. Он относится к классу препаратов, называемых релаксантами скелетной мускулатуры. Он работает, замедляя работу мозга и нервной системы, позволяя мышцам расслабиться. А теперь немножко поподробнее. Так как это препарат с таким доказанным механизмом действия, это не пустышка, тизанидин – это миорелаксант центрального действия. Он стимулирует пресинаптический альфа-2 адренорецепторы спинного мозга, подавляя высвобождение медиаторных аминокислот, которые стимулируют рецепторы N-метил-D-аспартат, то есть NMDA, да, рецепторы, что приводит на уровне промежуточных нейронов спинного мозга к подавлению полисинаптической передачи возбуждения, осуществляемой регуляцией тонуса скелетной мускулатуры. Тонус уменьшается, и вы чувствуете облегчение. Поскольку помимо этого механизма отмечаются и другие эффекты, препарат отвечает за избыточный такой мышечно-тонический тонус. При его подавлении мышечный тонус снижается. Это огромная такая вот польза для нашего организма, потому что вы получаете индивидуального массажиста. Это тот массажист, который никогда не устанет и не откажется. Вот в этом огромное такое преимущество. Также, что хочу добавить и на что хочу обратить ваше внимание. Тут еще один огромный бонус, и именно поэтому довольно-таки часто это препарат, который используется в комбинации в лечении болевого синдрома, так как в дополнение к миорелаксирующему свойству, то есть к расслаблению мышц, тизанидин оказывает также центральное, умеренное, такое выраженное, да, анальгезирующее действие. То есть анальгезирующий эффект – это обезболивающий эффект. И здесь еще один плюс в копилочку данного препарата. Довольно-таки хорошо переносится, активно используется, очень часто назначается, но, как и у любого такого уже действующего препарата, конечно, есть целый список противопоказаний, побочных эффектов, и очень часто, например, 100% все переносят хорошо, и вы попадаете в тот малый процент, кому этот препарат просто не подходит. Я расскажу в этом ролике далее о специфике. Поэтому не занимайтесь самолечением. Обсудите с вашим лечащим врачом данный препарат и, учитывая все ваши заболевания, все те препараты, которые вы принимаете, узнаете, то есть можно ли принимать данный лекарственный препарат и не противопоказан ли он вам. Поговорим о взаимодействиях. Я хочу обратить ваше внимание о том, как влияет тизанидин на совместное применение с препаратами, которые снижают давление. Такое одновременное назначение тизанидина с гипотензивными препаратами, препараты, которые снижают давление, включая те же мочегонные, иногда могут привести и вызывать такое выраженное снижение артериального давления. В отдельных случаях вплоть до такого коллапса и потери сознания. И отмечается еще и брадикардия, то есть обморок, вплоть до потери сознания, и редкий такой пульс. Да. Поэтому будьте очень внимательны, особенно с возрастом, когда у нас есть проблема с давлением, мы уже принимаем препарат от давления, а также начинает болеть спина, и мы начинаем принимать самостоятельно какие-то препараты, которые лечат вот эти боли в спине, лечат какое-то мышечное перенапряжение, растяжение и прочую специфику самостоятельно, не учитывая препарат от давления плюс тизанидин. Давление становится очень низким, и логически, конечно, это может закончиться вплоть до обморочного состояния и вызова уже скорой помощи. Также, при резкой отмене тизанидина после приема вместе с гипотензивными препаратами, препаратами от давления, отмечались развитие тахикардии и повышение артериального давления. В отдельных случаях особенно часто это происходит еще и нарушение мозгового кровообращения.
Поэтому будьте очень внимательны. Тут специфика та, что аккуратненько нужно его принимать, учитывая те препараты, которые вы уже принимаете. И когда это есть еще и высокое давление, то есть резко, конечно же, в момент не бросать данный препарат. По специфике, когда это симптомы, например, передозировки препаратом тизанидином, могут быть изменения, в том числе удлинение интервала QT. И очень часто многие на это даже не обращают внимания и не учитывают. А дел из-за этого очень много происходит. И очень часто делаются такие ложные выводы. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, не занимайтесь самолечением. Есть также индивидуальное такое взаимодействие, да, и специфика взаимосвязи тизанидина и одновременное применение рифампицина. Да. Одновременный прием препарата тизанидина и рифампицина приводит к 50% снижению концентрации тизанидина в плазме крови. Редко, но тоже это нужно учитывать. Также я нашел очень интересное исследование, где говорится о том, что очень часто назначаемый препарат, такой как тизанидин, по специфике у тех, кто курит, особенно женщины, да, системная биодоступность тизанидина у курильщиков, особенно в специфике женщин, значит, снижается эта биодоступность более чем на 30%. То есть эта специфика тоже, сразу говорюсь, более 10 сигарет в день и снижение на 30% действительно вот этой биодоступности препарата. Длительная уже терапия тизанидином курящие женщины, мужчины может потребовать более высокие какие-то дозировки, чем средняя терапевтическая. Это тоже нужно учитывать. И очень часто особенно когда минимальная дозировочка назначается, вроде как и принимают препарат, а эффекта нет. Также, на что хочу обратить ваше внимание, еще одно очень интересное исследование, где говорится о том, что во время приема и терапии тизанидином следует избегать приема алкоголя, так как он может повысить вероятность развития нежелательных явлений, например, снижение артериального давления и такую заторможенность. Поэтому это то, на что я всегда обращаю внимание своих пациентов и говорю о том, что если вы уже встали на эту тропу правильного лечения, старайтесь, конечно же, не злоупотреблять, потому что вы не получите тот нужный эффект, добьетесь какой-то выраженной побочки, а отвечать придется нам. По специфике также хочу обратить ваше внимание. Если вы принимаете какие-нибудь такие снотворные препараты, которые успокаивают, то есть седативные. Седативные снотворные препараты по типу того же бензодиазепина или в сочетании, например, с тем же баклофеном, либо любые другие препараты вместе с тизанидином, те, которые седируют, да, такие как те же, например, антигистаминные препараты, могут также усиливать седативный эффект тизанидина. То есть вы получите на выходе какой-то такой сонное, разбитое состояние, вплоть до того, что даже не сможете выполнять свои ежедневные задачи. Это та специфика, когда действительно нужно обращаться к врачам, потому что не учитывая тот или иной побочный эффект, то или иное взаимодействие, вы можете навредить себе. Поэтому всегда говорю, правильно подобранное лечение, правильно поставленный диагноз – это залог вашего скорейшего выздоровления. Мы подошли к самому интересному, как принимать. Начнем с того, что препарат назначается вовнутрь. Как правило, это таблетки трех видов дозировок. Это 2 мг, 4 мг и 6 мг. То есть уже на старте есть таблетки вот в такой дозировке. Доза должна тщательно подбираться с учетом индивидуальной потребности пациента. На это обращаю внимание. Именно индивидуально, под специфику того, что в результате вы хотите получить. Также рекомендуется назначать терапию с минимальной дозы, с постепенным уже повышением до достижения такой оптимальной дозы эффекта, когда получите хороший результат. Если будет слишком маленькая дозировка, конечно, ничего не получите. Если перестараетесь, это уже будет, например, в случае, когда хотели выспаться, на второй день будет сонливость. Ночью поспали, а на второй день еще и сонливость. Как правило, назначается в дозировках 2 мг 3 раза в сутки.
в среднем в терапии какого-то мышечно-тонического синдрома. Если это желание выспаться, расслабиться и выспаться, значит, может назначаться и 2, и 4, и 6 миллиграмм. Здесь такая специфика, что очень часто, я вот всегда обращаю внимание пациентов, начинайте с маленьких дозировок, подбирайте ту необходимую индивидуальную дозу эффекта для того, чтобы и не перестараться, и чтобы был эффект. Потому что очень по-разному бывает. Кому-то действительно и малой дозировки хватает и накрывает полностью, и высыпаются, и все хорошо. А кому-то вот и даже в дозировке 4-6 миллиграмм не помогает. В среднем хочу сказать, что это такой средне-сильный препарат, довольно-таки эффективный, поэтому очень часто используется и действительно помогает. Плюс нет такой побочной реакции, довольно-таки хорошо переносится, не вызывает зависимости. По специфике не принимайте какими-то длительными курсами, в среднем добиваются результаты и препарат отменяют. По длительности, ну, не более там, 10 дней. Если выспаться нужно, до 3 дней. По специфике того, какой эффект нужен, уже подбирается индивидуально и дозировка. В связи с теми же побочными эффектами рекомендуется воздержаться от видов деятельности, требующих высокой концентрации внимания, быстрой реакции, например, вождения транспортного средства или работы с какими-то машинами и механизмами. Потому что вот эти эффекты седации и успокоения, да, то есть расслабления, это будет влиять на ваши оперативные функции реакции. Поэтому будьте очень внимательны и осторожны. Итак, немножко подытожим. Довольно-таки неплохой препарат, действительно эффективный, средней категории, действительно хорошо помогает, а если не помогает, то есть препараты и посильнее. Очень часто используется как самостоятельная такая терапия, особенно в специфике, когда это мышечно-тонические синдромы, когда выраженный болевой в комбинации с нестероидными противовоспалительными или, к примеру, уже глюкокортикостероидами, не длительными курсами. Учитывается тот факт, что будьте очень внимательны, если вы гипотоник, так как может снижать давление, специфика того, что начинайте с маленьких дозировочек и индивидуально подбираете то необходимые дозы эффекта. Надеюсь, у меня получилось ответить на ваш вопрос. В один ролик все вместить это очень сложно, поэтому все те, кто хочет дополнить меня, ниже в комментариях под видео. Также подробно обо всем есть в исследованиях ниже в описании под видео. Те, кто из вас хочет дополнительную информацию, ознакомьтесь, почитайте, не занимайтесь самолечением, но вы можете обсудить данный лекарственный препарат с вашим лечащим врачом. Поэтому я думаю, что этот ролик будет полезен многим. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, а также поддержите канал. Все необходимые ссылки ниже в описании под видео. Голосуйте за следующую тему следующего видео. Всем пока!